Та що ж таке двоєчниця? Що, порізали твої вопроси, ага? Ладно. Очень часто в него влетают. Его уже ремонтируют. Які основні труднощі виникають у водіїв під час проїзду перехресть і про що варто пам'ятати, особливо новачкам? Мене звати Роман, стаж за кермом більше 3 років. Насправді місто Суми не складне місто. Якщо слідувати все вірно знакам світлофору і дорожнім знакам, то, в принципі, тут їздити доволі легко. Але іноді є складнощі. Патрульні визначили 3 найнебезпечніших перехрестя, де за 2021 рік трапилася найбільша кількість аварій з потерпілими. Цими ділянками є перехрестя вулиць Харківська, Першозамостянська та перехрестя вулиць Левеневського, Горького, де відбулося по 4 дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими, а також перехрестя вулиці Героїв Сумщини, Харківська, де відбулося одразу 7 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. Причинами дорожньо-транспортних пригод на перехрестях здебільшого є порушення правил їх проїзду. Так, наприклад, на перехресті вулиці Лінська, Ярослава Мудрого вантажним автомобілем був пошкоджений світлофорний об'єкт, який вивів його з ладу. Патрульна поліція закликає всіх громадян дотримуватись правил дорожнього руху, керуватися вимогами дорожніх знаків або світлофорних об'єктів, а також вказівками регулювальника. Наприклад, біля фонтану Садко, якщо з крайньої лівої полоси повертати ліворуч в сторону Харківської, то треба ще дивитись свою праву сторону, бо може виникнути аварійна ситуація. Ще з таких більш-менш складних перехрестів вулиці Чорновола і Роменської, якщо повертати ліворуч Чорновола, то буквально там перших 2 машини приїжджає, а інші треба пропускати, бо в них загорається зелене світло секунди там на 3-4-5 пізніше. А ще є третє перехрестя вулиці Чорновола і вулиці Пушкіна. Якщо їхати зі сторони Ромінської, при повороті ліворуч, виходить, що тобі треба пропустити весь зустрічний рух. Там, здається, сам світлофор загорається в них пізніше, а ти залишаєшся на самому перехресті і поворачуєш вже на заборонене світло світлофору. Водії запитують, команда АТВ відповідає. Складні перехрестя з нами погодилась проїхати професійна керманичка з понад 30-річним стажем, інструкторка Сумської автошколи Марина Абрамчук. На цьому перехресті дуже часто трапляються аварії. Поясніть, будь ласка, з якої причини? У нас аварії відбуваються із-за того, що водії не соблюдають правила дорожнього руху. Ну, если взять конкретно данный перекресток, у нас не одновременно включаются сигналы светофора. Поэтому, когда мы с левым поворотом стоим посередине перекрестка, в центре перекрестка, и пытаемся пропустить встречку, у нас загорается красный, мы должны закончить маневр, но у встречки еще горит зеленый. И из-за этого у нас здесь происходят аварии. Если ехать с этой стороны, водители, поворачивая на мост, думают, что это поворот налево, включают левый поворот. Поэтому вводят в заблуждение остальных участников движения. Ну, давайте спробуем проехать данное перекрестие и показать, как все делается правильно. Хорошо, поехали. Мы подъезжаем к этому перекрестку. Заблаговременно заняли крайнее левое положение, потому что мы будем поворачивать налево. На данном конкретном перекрестке мы должны помнить, что здесь не одновременно включаются сигналы светофора. Вот у нас сейчас зеленый, мы выехали и стоим, пропускаем. Вот видите, красный у нас горит, мы его видим, а встречка наша еще едет. То есть это, наверное, одна из основных причин, почему на этом перекрестке очень часто бывают аварии. Поэтому, проезжая перекресток, поворачивая налево на перекрестке на светофоре, любой водитель должен убедиться, что встречный транспорт останавливается, только тогда заканчивать маневр на красный сигнал светофора. Еще один перекресток у нас, на котором мы сейчас будем поворачивать налево.
где та же самая проблема. У нас не одновременно включаются сигналы светофора. Этот перекресток еще опаснее, потому что у нас горочка. И очень плохо видно встречный транспорт. Внимательно, когда мы выезжаем на серединочку, тоже не торопимся заканчивать маневр, когда у нас зажигается красный сигнал светофора, потому что с горки навстречу нам могут ехать еще на зеленый встречный транспорт. Тут и вот домик вот этот, очень часто в него влетают. Его уже ремонтируют. Итак, мы выезжаем на середину перекрестка. И останавливаемся, пропускаем встречный транспорт. Те, кто поворачивают налево, нам в принципе не мешают, но из-за них мы ничего не видим. Да, вот, то есть мы не видим встречные машинки. И так вот у нас уже загорается желтый, красный, а у них еще зеленый. Видите, они еще едут. То есть в любом случае надо убедиться, что наша встречка останавливается. Тут перекресток тоже интересный. Многие водители, вот сейчас мы поедем прямо на Героев Сумщины, но многие водители при этом включают правый поворот. Хотя тут этого тоже делать не стоит. Это неправильно, потому что у нас есть поворот направо гостиницы Сумы. Здесь мы поворотников не включаем. Анечка, я слышала, что вы тоже недавно получили права. Как ваша водительская карьера? Ну, потихоньку. Получается? Ну, на швидкість набирали еще. Да, хотя, кстати, у нас на Героев Сумщины стоят камеры, да, которые фиксируют превышение скорости. И я даже в первый день, когда их включили, так вот неудачно превысила скорость и пришлось заплатить штраф. То есть вам это отправляется? Ну, мы же тоже люди, конечно. Здесь светофорчик у нас не работает, поэтому мы едем по знакам. Мы на главное, поэтому никого не пропускаем, кроме пешеходов. Здесь висят камеры. Это, Анна, вам на будущее, чтобы знали, да? Где нельзя превышать скорость. Ну да, сейчас максимально допустимая скорость движения в населенном пункте у нас 50 км в час. Хотя несколько лет назад разрешалась скорость 60 км в час. Многие водители, некоторые водители не знают об этом. Наверное, я так думаю. Сейчас мы будем поворачивать налево. Налево мы можем ехать с двух полос, с крайней левой и со средней полосы, исходя из знаков направления движения по полосам. Тоже перекресток считается тяжелым, потому что он большой. Наверное, так. Но многие водители иногда теряются. При этом при повороте налево мы всегда должны контролировать, помимо того, что пропустить встречный транспорт, мы должны контролировать тех, кто едет рядом с нами в том же направлении. То есть в данной ситуации, если мы со средней полосы едем, мы контролируем, не срезаем траекторию движения машинкам, которые едут слева. Если бы мы ехали в левой полосе, то контролировали бы машины, которые движутся справа. И сейчас мы будем заезжать на стоянку возле торгового центра «Мануфактура». Тут возможны несколько вариантов заезда. Вот мы сейчас будем поворачивать направо. Здесь у нас ограничение скорости. Пропустим пешеходов. И где-то остановимся, да? Анна, где мы будем останавливаться? Еще до паркана. Все, приехали. Для того, аби перетнути перехрестя з першого разу і правильно все прорахувати, потрібні якісь математичні здібності. Не здивуюся, якщо школу та університет ви закінчили на відмінно. Взагалі, яка у вас освіта?
На самом-то деле особых математических способностей, наверное, здесь не надо. От водителя требуется внимательность, хорошая реакция. Но по поводу моего образования, да, у меня высшее образование, я кандидат наук, доцент. В прошлом, наверное, это на всю жизнь. На все життя і любов до машин. Інструкторка з водіння Марина Абрамчук до сумських водіїв звертається із особливим проханням. Щоб вони з розумінням і з уваженням відносились к учебним автомобілям. Кожен водитель должен понимать, что за рулем сидит новичок, который может в любой момент резко затормозить, то есть нужно дистанцию держать. Плюс очень много моментов бывает на дорогах критических, когда подрезают учебным автомобилем, не пропускают, сигналят, что хотя в принципе запрещено в населенном пункте подавать звуковые сигналы. Вот такая как бы небольшая просьба, чтобы все-таки были внимательны на дороге и с уважением и терпением, да, терпеливо относились к учебным автомобилям. Та на якій би автівці, учбові чи власній, ти не їздив, на дорозі завжди пильнуй, думай і реагуй.